Так, отправка культур. Каждой культуры по два штамма. Здесь сделаны контрольные отсевы каждой серии. Значит, вот. Это серия М5, серия 4. Вот из флакона, из библиотеки хранения. Это из раствора в разработке М5, серия тоже 4, но это серия из разработки. То есть штамм тот же. Серия немножко другая. И вот контрольные посевы, чтобы не путалось, вот с каждой стороны стоит пробирки. Вот это, а это. Все понятно. Вот. Это клетки. Вот. Из этой культуры. Так, и здесь то же самое. Здесь на хранение мы сделали новый флакон. Вот на Латрен вот этой культуры P80 серия 3, тоже с контрольными отсевами. И здесь P80 серия 3, то же самое, контрольные отсевы. Ну и посылочки уже в пути, то есть сегодня отправлены. Пока они к вам будут ехать, вот тут уже, скорее всего, будут результаты по вот этим посевам, которые я сделал. И сразу вам сообщу, что к чему и как с этим работать. Ну вот и все. Пока на данный момент добавить нечего. Ну, в принципе, все. О составах там раствора и что нужно будет подготовить, это нужно будет отдельно сделать видео и расскажу, что для этого будет необходимо.